Все, пошли. Нет, нет, все с той стороны, Андрюшенька, все с той стороны, пожалуйста. Так, да, четко, ноги, ноги, ноги. Что на ноги делаем? Какое упражнение? На ноги. С ногами все нормально? Не болят, все хорошо. Ноги. Значит так, там, 15, 12, 5. Опять. Берешь гантели отсюда, приседаешь, руки вперед. 15, 12 и 5. Ноги. Приседания. Так, пресс. На перекладине умеешь делать ноги поднимать? Можешь. Вот если максимально примерно, сколько ты можешь поднять? 10 раз, да? Ой, я знаешь, что ты подумал в свое время? Да он не понял, наверное, что. Если ты перекладины, поднимаешь ноги в перекладине. Я тебе расскажу, сколько, и потом. 10 раз, да? Больше не можешь? Могу. Хорошо, тогда перекладина. 5 подходов, 10 раз. 12 раз. 12 раз. Это пресс. Так, смотри. Здесь. И еще отжимание. Отжимание вот на эти. Да? 6 упражнение. Вот это. Так, сколько? 5 подходов. 15. Немало? 20. Точно. Не знаю. Давно не делал? Типа фаш. Давай по 20 раз. Хорошо. 20 раз. У тебя есть ко мне. Так. Разогрелись? Шпагат не вижу. Пацаны, майки ногами и шпагат. Подъем, подъем рук. Да. Дальше ложишься. Маленький, большой вес. Средний и маленький. Вот там есть две гири, две гантели. Смотри, 18 раз это маленьким, 12 раз со средним и 5 раз больших. Там две больших, 2 или 3 таких вот и 2 или 3 таких. Это на полу то же самое, да? Это на грудь. Ты развод рук делаешь. Взял, сделал раз, потом другой вес и другой вес. Канат 7 раз. Ты можешь сделать так. 7 раз. Здесь. Это у нас приседания. Можешь выбрать любые приседания. Можешь выбрать выгибание. Делай. Обычные приседания. Сколько? 30. 5 подходов по 30? Можешь? Нет, мне это. Значит, по 25. 5 подходов по 25. Так, честно. Пресс. 5 подходов по 10. По 8. По 8 раз. По 8 раз. Если будет очень легко, возьмешь, делаешь чуть больше. Если будет очень сложно, делаешь поменьше. И отжимание. 5 раз по 20. Идет, да? Хорошо. Шпагат, встали. Не вижу, встали. На, держи. Сейчас, подожди, они уйдут, чтобы я тебя... Шпагат! 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 Из-за того, что шпагат не делал, у меня такие судороги были. Я после был нагрузки. Давайте стоим, стоим. Ты тоже становись, тоже. Такие судороги после нагрузки, блин. 2 часа я... Чуть не родил 3 раза. Нет, честно. Эй, я 2,5 часа встать не мог. Пошевелиться не мог. Хорошо был телефон, говорю, Юрюш, я не могу просто, я не буду сидеть. А, но есть таблетки, называются антикричал. Да. Они снимают тут же снимают. Если бы не они, я бы, наверное, уже раза 4, наверное, лежал дома по 2-3 часа. Вообще, вот не этот, не здесь, а вот, вот тут внутри. Все, пожалуйста, Денис, сырку туда. Левию боли. Туда. А ты, ты будешь здесь делать. Веска, Андрюха, туда.
Так, подождите, сейчас я поставлю камеры, чтобы все видел. Так. Если можно, так, чтобы их не закрывать. Да, где-то здесь. Так. Сейчас, одну секундочку. Вы готовы? Сейчас, одну. И через плечо, помните, я вам говорил, в левую сторону 30 раз. А всего у вас должно быть 50, у каждого 50.